В рамках государственной программы в Одинцовском округе голубым топливом обеспечено уже 4000 домов в 800 населенных пунктах. Жители деревни Петелино в 2022 году обратились с просьбой провести у них социальную газификацию. Их включили в план, и до конца года там подключат 19 абонентов. Газ в деревню будет поставляться от частного газопровода кооператива индивидуальной застройки «Зеленая роща». В качестве источника финансирования на сегодняшний день рассматривается установление специальной надбавки на транспортировку газа. Данная надбавка устанавливается для того, чтобы обеспечить возмещение средств на развитие сетей, так как у КИС «Зеленая роща» в тарифе отсутствуют средства на развитие сетей, а необходимо порядка 3 миллионов рублей для того, чтобы подключить эти 19 домовладений. На данный момент «Зеленая роща» ведет проектирование и строительство сетей за счет привлечения собственных средств. На 6 из 19 участков в Петелине уже начались монтажные работы, а один абонент полностью готов к пуску газа. Дополнительные заявки на присоединение поступают и от других жителей деревни, в связи с чем газификация населенного пункта будет продлена на 2024 год. Андрей Иванов дал поручение составить график подключений и опубликовать его в открытом доступе. У нас может быть погрешность, но хотя бы в месяцах мы должны жителей проинформировать, когда эти работы будут проведены. Принято, такой график у них запросим. Да, и, пожалуйста, тогда проинформируйте ту инициативную группу, которая этот вопрос нам на личном приеме ставила из Петелина, чтобы у них эта информация была. Глава округа добавил, что лично будет инспектировать подключение к магистральному газу по президентской программе абонентов населенного пункта. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».